Даду-79 представляет. Оперативная информация от Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 часов 9 марта по российскому вторжению. Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника. Воздушные силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары. Противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов в Крыму, Краснодарском крае и Вордло. Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанного Приднестровья в количестве до 800 человек. В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию Украины. В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов. В Херсонской области военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева. Среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике. Источник Униан. Новости Украины. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.